Ребята, всем здорово, Саныч на связи, всех вас очень рад приветствовать у себя на канале. Ребята, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик на все, чтобы не пропускать новые выпуски. А мы сейчас послушаем мудрость, пускай она будет звучать из уст женщины, но тем не менее. Мужчина – это ценность, а ценность оберегается. Если ценность не оберегается, значит, не имеет никакой цены. Мы живем в стране, где мужчина – это не ценность. Мужчина – это ресурс для баб, ресурс для страны, причем это самоокупаемый ресурс, который сам о себе типа должен позаботиться. Мужика никто не любит, им только пользуются, и никто не уважает, и никто не прислушивается к его желаниям, к тому, что он там себе думает. Поэтому мужчины в нашей стране несчастны, и поэтому они в большинстве не хотят жениться. И, естественно, там, где несчастны мужчины, там несчастные женщины. Ну, невозможно быть счастливой рядом с тем человеком, который несчастен. А самоокупаемый... Ну, понятно. Но, опять-таки, все завернуто, чтобы женщина была счастлива. Да, если будет мужчина счастливый, будет и женщина счастлива. Опять-таки, оленеводки счастливые женщины. У них много денег, у них много беспечунов, как бы. Ну, а эти... Опять-таки не согласен с тем, что мужчина несчастный. Мужчины-то как раз счастливы, вот как мы с вами, да, мы понимаем, что к чему, куда идти можно, куда идти нельзя, как бы что делать можно, что нет. Вот это олени несчастные. Но они счастливы от того, что они несчастливы. Вот в чем прикол. Им по кайфу страдать, им нравится ходить оленеводку там и лепестками роз усыпать ее там следы пяточки целовать и тому подобное, бабки все давать. Это им нравится, как бы вот такая вот круговорот такой интересный. А правильно все, в принципе, сказала, что пользуются там и для государства это ресурсы, для женщин это ресурсы, но опять-таки это к оленям больше относится. А так по факту все, она правильно сказала. Вот такие вот, ребята, дела.